Асфальт в луже. Жители города возмущают, что дороги ремонтируют, несмотря на мокрую погоду. Такие случаи зафиксированы по всей Рязани. Ремонт продолжают на Куйбышевском шоссе, улице Комбайновой и перед перинатальным центром. Однако рабочие от комментариев отказываются. А сегодня до скольки планируется работать? Сегодня-то? Уже сворачиваемся. Да. Уже заканчиваете, да? Да, смотри. А когда продолжите? Завтра? Как погода, наверное. Рязанцы с недоверием относятся к такому рвению рабочих. Они считают, что сделать качественную дорогу в таких погодных условиях невозможно. Это пипец, конечно. В воду класть асфальт, это как-то не очень. Я думаю, он недолго здесь пролежит. Мне кажется, у нас кругом по сравнению такие ситуации. Я много где был, но я думаю, Рязань – это не единственный регион с таким вот беспределом. Ну, сейчас положит, он сойдет через 2 месяца. Или весной. А как думаете, есть асфальт, который можно укладывать в такую погоду? Я думаю, что нет, пока такой еще не изобрели. Который еще потом сошел вместе с асфальтом, снег. Доверия нет в дороге? Нет, конечно, нет, какого доверия. Администрация города объясняет, что современные технологии позволяют продолжать дорожные работы при небольших осадках, а именно такие мы сейчас видим на улице. Официально прокомментировать ситуацию городские власти обещали на следующей неделе. Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».